рок-н-ролльное шоу «Come Together». Музыкальный эшафот или рулетка судьбы. Жертва рока на радио «Рокс». Недавно было исследование руководителя киевских дорог, я не знаю, как правильно выругаться там, Киев, бла-бла-бла-бла, да, и Дор в конце. Он сказал, что это из-за того, что в трещинах асфальта скапливается вода. Она начинает копиться. Ее становится больше. Появляется маленькая трещина. Потом асфальт начинает разверзаться. Разверзаться. И вот уже магма. И вот уже из нее нас бьет раскаленная лава возмущенной земли. Бам! Я написал книжку новую. Герберт Уэллс, продолжение. Я в роли асфальта, можно? Для меня выход в эфир – это повод выйти на работу. Я выхожу на работу для того, чтобы общаться со слушателями, общаться со своим партнером и слушать рок-музыку. Ничего я никаким мессианством, никакими нравоучениями, всей этой пургой я заниматься не собираюсь. Місто накрили снігопади, уже ледиться, а водії залишають авто під кучугурами. Критерій успіху – бути собою. Якщо ви в тому виді, в якому ви вот пришли к какому-то моменту в своей жизни, интересно, вот это и есть ваш долбанный критерий. Все остальное, это вообще никаких критериев не существует. Вот если есть человек интересный в эфире, то это вызывает интерес. А тембр голоса, образование, опыт – это вещи важные, но они являются надстройкой. Базис – это, собственно, ваше личное персонифицирование. Вы сами-то интересны, вы умеете говорить что-то от себя, чтобы это можно было аргументировать? Или нет? Вот и все. Вопрос ходьбы по головам, естественно, встает перед любым человеком, который руководит людьми. Мне приходится увольнять людей, приходится говорить им нелицеприятные вещи, приходится иногда делать, может быть, какие-то несправедливые поступки по отношению к ним, потому что в любом увольнении с работы есть какая-то несправедливость. Так устроена жизнь. Единственное отличие, как сказал Оскар Уайльд, порядочного человека от непорядочного, заключается в том, что порядочный делает неприятные вещи без удовольствия. Если вы идете вперед, то не оглядывайтесь назад, но смотрите под ноги, чтобы голов там не было. Вот то, что мы делаем, паучья работа на самом деле. Вот если представить город, не знаю, людей, которые имеют радиоприемник, как какое-то сообщество людей, то из радиостанции, из наших передатчиков к ним протягиваются определенные ниточки, да? Вот можете себе это представить? Этот паутина повисает над городом. Вот это незримая связь между слушателем и его головой, душой и местом, откуда происходит вещание, или где сидит его собеседник. Вот чем более плотная эта паутина, чем более она крепкая, тем более она двухсторонняя, тем, мне кажется, интереснее жить. Потому что я уже являюсь частью огромного количества бьющихся в какой-то момент времени со мной. В унисон сердец. У меня на какое-то время появляется огромное количество единомышленников. На какое-то время у меня появляется сотни прекрасных дам, перед которыми можно сворачивать горы. Сотни настоящих друзей-мужиков, с которыми можно ходить на рыбалку и так далее. Потом эта эйфория пропадает после эфира. То есть будет еще один эфир. И все. You never know.